політики. Ну, що відбувається в Мінську, я не знаю, а сьогодні в Києві в кабінеті, в Кабміні, скажімо так, проходило, да, в онлайн-режимі засідання, ну, тристоронньої контактної групи. Так, я це мав на увазі. Дякую. От як вам буквально з цього засідання прийшов, і можу розказати, що... Ми першими почуємо зараз цю інформацію? Ви... Можемо говорити, що ексклюзив від Гармаша зараз у нас звучить? Абсолютно ексклюзивно. Даже не знаю, как оценивать, я никогда не ожидал, скажем, от дипломатии такой эмоциональности. То есть сегодня мало того, что истерила та сторона, истерил даже господин Грызлов, который пытался перебить меня, не дать мне слова, и я продолжал разговаривать, и он кричал, в конце концов просто выключилась Москва. Да. Ну, потом они вернулись уже после заседания политической подгруппы, после заслушивания политической подгруппы. Но, скажем так... Питание розбрату. Через что скандалили? Ну, я обратил внимание российской стороны, вернее, даже не российской стороны. Господин Грызлов несколько раз позволил себе сказать, что Россия является посредником в этом процессе. Я ему просто напомнил, что Украина не давала согласия на посредничество России в конфликте между Украиной и Россией. И представители ОРДЛО из Луганска пытались, ну, собственно, они и до этого пытались помешать нам говорить, но они начали задавать вопросы, кто мы вообще такие, почему мы... И Грызлов, кстати, тоже. Почему нам дают слово? Потому что это заседание трехсторонней контактной группы, должны говорить только члены делегации и руководители. Так, ОБСЕ как на это реагировало? ОБСЕ очень достойно отреагировал, то есть мне дали возможность сказать. Более того, Леонид Макарович Кравчук настоял на том, чтобы я, скажем, высказался. Да, и сделал, ну, можно сказать, замечание, что никто не будет указывать Украине, как ей формировать свою делегацию. Поэтому это было интересно, действительно, заседание. Який результат від того? Будете далі збиратись, чи не будете взагалі? Чи ви не знаєте, бо вони так слуховку кинули? Была оглашена дата следующего заседания ТГГ 16 сентября. Ну, дальше будет все зависеть от России. Я думаю, раз они после вот этого демарша, когда они выключились, все-таки включились уже, дальше работала еще социально-экономическая подгруппа, включились и, скажем, принимали участие в обсуждении, то, я думаю, скажем так, заседание все-таки состоится. Угу. То результатів фактично ніяк. Скажем так, нет результатов по политической подгруппе. Политическое обсуждение, формула Штайнмайера, закон об особом статусе, то, чего они всегда сами от нас требовали, они сами и заблокировали фактически. Есть результаты по открытию новых КПВВ. Два КПВВ будут открыты в Луганской области в ноябре. Я не могу сейчас сказать, честно говоря, не совсем моя специфика. Ну, точно, что два КПВВ в ноябре будут открыты, ну, по крайней мере, мы к этому готовимся, и мы это заявляем. И та сторона этого не отрицает. Луганская область. Скорее всего, это золотое счастье, насколько я помню. Договорились о 19 участках. Предполагалось, что 21, но есть разногласия. Договорились, что 19 участков разминирования. Это тоже позитивный результат. Поэтому результаты есть определенные. К сожалению, нет результата по гуманитарной подгруппе, по обмену. Та сторона заблокировала процесс. Она не предоставляет списки на обмен. Аргументируя это тем, что, ну, собственно, своим ультиматумом, который они продолжают повторять как мантру, они требуют отмены постановления Верховной Рады о местных выборах. И используют это постановление, да, этот ультиматум фактически они сегодня подчеркивали, сегодня уже Грызлов его озвучивал. Да, поэтому, скажем, вот эти гуманитарные вопросы, политические вопросы, они практически заблокировали. Военные вопросы, скажем, там можно сказать, что есть прогресс.